Меньше чем через неделю у бренда «Валентины» начнется новая глава. Свой дебютный показ на подиуме продемонстрирует новый креативный директор этого бренда Алессандро Микеле. Год назад концерн «Керинг» выкупили 30% акций «Валентина» с возможностью повысить эту долю до 100% до 2028 года. Все это говорит о том, что у владельцев большие ставки на бренд «Валентина», что этот бренд готов к тому, чтобы выходить на новый уровень и покорять новые высоты. А это значит, что самое время пришло поговорить об этом бренде. Что такое Валентина? Что такого создал Валентино Гаравани, чтобы заслужить статус последнего императора в мире моды? Как бренд Валентино изменился, когда на смену Валентино Гаравани пришли Пьер Паоло Пичоли и Мария Грация Кюри? Как он изменился еще один раз, когда Мария Грация Кюри покинула этот бренд? Конечно, поговорим о том, как предположительно этот бренд изменится с приходом Алессандро Микеле. Узнаем, почему нужно быть очень осторожными, когда вы покупаете сумки Валентино. Об этом мы обо всем поговорим в этом видео. Давайте начинать. Валентино Клименте Людовико Гаравани, именно так звучит полное имя героя нашего сегодняшнего видео. Он родился 11 мая 1932 году в регионе Ломбардия в Италии. У него была такая обычная семья, средний класс, мама была домохозяйкой, у папы был свой небольшой бизнес. С модой близкие родственники самого Валентино никак не были связаны. Однако его тетя работала на тот момент вместе с достаточно известным кутюрье в Италии, и Валентино с самого детства имел возможность ей помогать, и, соответственно, она помогла ему сделать вот эти первые шаги в том, что касается обучения швейному мастерству. Но на самом деле решающим фактором, почему Валентино выбрал для себя профессию дизайнера, была не его тетя. Символичным было то, что мама назвала Валентино в честь своего любимого актера Рудольфа Валентино. Знаете, тут как в «Капитане Врунгеля». Как корабль назовешь, так он и поплывет. Валентино, я говорю про Валентино Гаравани, с самого детства обожал все, что связано с кино. Особенно его завораживали образы героинь голубого экрана, особенно их вечерние наряды. Поэтому с самого детства его любимым предметом гардероба было вечернее женское платье, и уже будучи подростком, он рисовал свои первые эскизы. У него никогда не было других вариантов того, кем он может стать. Он сразу знал, что он хочет создавать одежду, которую будет делать из женщин звезд киноэкрана. В 1949 году он переезжает в Милан, чтобы изучать там иллюстрацию в институте Санта-Мария. Но сам Валентино знал, что если он хочет заниматься модой, то дорога должна лежать во Францию. На тот момент Париж был главной и единственной столицей моды. Тот статус, который есть сейчас у Милана и вообще у итальянской моды, тогда об этом еще речи не шло. Поэтому параллельно с иллюстрацией в Италии он занимается изучением французского языка и вскоре уже перебирается во Францию, где начинает изучать искусство дизайна. Уже в 1950 году Валентино доказывает свой талант, потому что выигрывает на тот момент достаточно престижную в среде молодых дизайнеров премию, которую выручал Международный синдикат шерсти. В разные годы эту премию получат и в Сен-Лоран, и Ральф Лорен, и Карл Лагерфельд. Естественно, эта победа стала таким первым шажком для Валентино в мир большой моды, потому что на него обращают внимание известные на тот момент модельеры, и Валентино получает под работку известного светского кутюрье Жана Десе. Жан Десе был одним из ведущих кутюрье в 40-е, 50-е, 60-е годы. На сегодняшний день его бренд уже не существует. 5 лет Валентино работает с Десе и обучается искусству создания вечерних нарядов. Вместе с ним у Жана Десе работает иллюстратор Ги Ларош. В итоге в 57-м году Ларош решает основать свой собственный бренд и берет себе в помощники Валентино, с кем они вместе проработали уже много лет. В бренде Лароша Валентино выходит немножко на новый уровень. Во-первых, если у Десе он учился непосредственно шитью, тому, как создавать вечернее платье, то Ларош обучает его искусству украшения нарядов, назовем это так. То есть он становится более смелым в том, что касается работы с цветом, с какими-то принтами, с графикой, с драпировками, да, все, что касается декорирования нарядов. Более того, поскольку бренд у Лароша маленький, то есть, ну, сейчас бы сказали, что это такой стартап, поэтому там нету работников, которые четко занимаются чем-то одним, Валентино помогает ему
в управление этим брендом, поэтому познает всю бизнес-составляющую этого дела, и это дает ему такую уверенность, что он, в принципе, готов уже и открыть голову под своим собственным именем. Поэтому через 2 года работы с Ларошем в 1959 году Валентина возвращается на родину, в Италию, конкретно в город Рим, и открывает там свое первое ателье. Финансово ему помогают его отец и партнер отца, то есть они дают ему стартовый капитал. И тогда же, в 59 году, Валентина демонстрирует свою первую коллекцию. Это еще не первый подиумный показ, это первая коллекция, которую он просто продемонстрирует в своем ателье. Несмотря на то, что Валентина про свою первую коллекцию скажет, что она была полна идей, но еще и не имела индивидуальности, то есть он еще искал свой собственный стиль, в нее вошло платье, которое на сегодняшний день является культовым платьем от Валентино Гаравани. Платье называлось «Фиеста», это элегантное коктейльное платье без бретелек из драпированного тюля, и это было платье в теперь уже культовом цвете Валентина Ред, Валентина Росса, то есть культовый для Валентина оттенок красного. Кстати, в этом платье Дженнифер Энистон появится на премьере фильма «А вот и поле» в 2004 году. Почему мы все знаем Валентина по этому красному цвету? Сам Валентина говорит, что он еще, будучи подростком, был в Барселоне и посетил там оперу «Кармен», его заворожило обилие красного цвета в этой опере и в нарядах, и в декорациях, да, и поэтому ему очень хотелось включать этот цвет в свои коллекции. Так он и появился в его самой первой коллекции. Оттенок красного Валентина получается путем смешения цвета мадженты, оранжевого цвета в пропорциях 1:1, и туда еще добавляется 10% черного цвета. Поэтому это такой алый оттенок с явно преобладающей нотой оранжевого цвета. На сегодняшний день этот оттенок уже официально зарегистрирован как Валентина Ред в таблице цвета Пантон. Красный цвет будет присутствовать практически в каждой коллекции бренда Валентина вплоть до сегодняшнего дня. И связано это не только с тем, что Валентина очень любила этот оттенок, но и с тем, что он, как и многие дизайнеры, был достаточно суеверным, и поскольку вот это платье «Фиеста», которое он показал в первой коллекции, получило такие положительные отзывы, он посчитал, что это вот его такой счастливый знак, и чтобы не изменять традиции, вот красный цвет как символ удачи должен постоянно присутствовать в коллекциях этого бренда. На самом деле это гениальный пример, это на сегодняшний день мы знаем, как для бренда важен свой цвет. На тот момент люди из бизнеса уже понимали, как важны лого, как важен цвет. Но это было больше характерно для брендов, у которых вот есть какая-то упаковка, да, то есть уже был цвет Tiffany, уже был вот этот оранжевый Hermes, на тот момент уже был вот этот бордовый у бренда Cartier. То, что касается дизайнеров, кутюрье Валентина был первым, кто, грубо говоря, застолбил за собой этот цвет. После него это сделали, наверное, только Bottega со своим Bottega зеленым, и теперь мы тоже этот бренд прочно ассоциируем с вот этим Bottega Green. И сейчас примерно то же самое Gucci пытается сделать со своим Ancora Red, с вот этим винно-бордовым цветом. Но, как вы видите, примеров не так много, и вы знаете, что Валентино был самым первым. Как оказалось, славы, которую Валентино очень быстро получил, и восторженных комментариев у его первой коллекции было недостаточно. Уже через год после открытия своего ателье компания находилась на грани банкротства. Дело в том, что Валентино тратил огромное количество средств на создание своих коллекций, все-таки речь шла о вечерних платьях от кутюр, то есть там были очень дорогие материалы, они требовали большого количества часов работы, и прибыль, по сути, была мизерной. А поэтому уже через год вот этот партнер его отца отказывает в финансировании, но, слава богу, как раз-таки в тот же момент Валентина встречает главного человека своей жизни. Это вообще классическая история, что у дизайнеров, которые настоящие художники-творцы, а именно к таким относится Валентина, обязательно должен быть партнер, который будет отвечать за бизнес-составляющую. Потому что, как вот вы понимаете на примере Валентина, у них с бухучетом проблемы. Они тратят столько денег, сколько надо, чтобы создать свои творения, совершенно не думая о том, что это может быть нерентабельно. Поэтому нужен кто-то, кто будет отвечать за бизнес, и тоже, как показывает история, бывают, конечно, исключения, но это уже практически стало правилом. Если речь идет о партнерстве, то чтобы выдержать творческого человека, верить в него, понимать его, не хватает просто восхищения им, как художникам, как правило. За этим стоит еще любовь. Так было у Ива Сен-Лорана и Пьера Берже, так было у Миучи и Прада, Дольче Габбана были 2 художника. Ну, в общем, независимому дизайнеру или нужен какой-то концерн,
Это схема, которая популярна сегодня. Тогда еще вот этих модных концернов не существовало, поэтому тогда нужен был какой-то партнер, который часто по совместительству оказывался и любовником. Именно таким партнером для Валентина стал Джанкарло Джаметти. На тот момент он был студентом, который изучал архитектуру. Они познакомились с Валентино в кафе и, видимо, влюбились в друг друга, поэтому Джаметти бросает свою учебу и всю свою жизнь посвящает тому, чтобы стать, ну, по сути, генеральным директором бренда Валентино. То есть он будет заниматься абсолютно всеми вопросами вне творчества. Что касается их любовной связи, она продлилась 12 лет, хотя многие думают, что они вместе всю жизнь, некоторые до сих пор думают, что они вместе, но в 2014 году в интервью Vanity Fair Джанкарло Джаметти признался, что нет, они были вместе как сексуальные партнеры только 12 лет, потом они расстались, и какое-то время им было тяжело, конечно, продолжать совместную работу, но они с этим справились, и пусть у них не сложилось вот этой любви в классическом понимании слова, но сам Джаметти сказал: «У нас братская любовь, отношения без чего-либо сексуального, но великая любовь, древняя, выживающая». В общем, у Валентина появляется партнер, и многие даже говорят именно о 1960 годе как об официальном годе основания бренда Валентина, потому что в том понимании, в котором существует сейчас, они сделали его вместе. Они продолжают работать в Риме. А почему Рим? На тот момент в Италии было, можно сказать, три центра. Была Флоренция, был Милан и был Рим. А на сегодняшний день все мы знаем, что модной столицей является Милан. Валентино выбрал Рим не просто так. Он, как я уже сказала, был фанатом кино. И это то, что красной линией будет проходить через всю его карьеру. Так вот, дело в том, что Рим был именно киностолицей Италии. Там располагалась достаточно большая известная киностудия, в которой снималось большинство самых культовых итальянских фильмов тех времен. Множество голливудских фильмов тоже снимались в Риме. Поэтому Валентино, который мечтал делать из женщин кинозвезд, который мечтал одевал кинозвезд, хотел находиться именно в этом эпицентре. И это было очень умное с точки зрения бизнеса решение. Ну, например, именно оно стало причиной того, что у бренда Валентино появляется одна из многочисленного числа муз. Речь идет об Элизабет Тейлор. На тот момент она находилась в Риме на съемках «Клеопатры». И там же проходила премьера фильма «Спартак», на которую она была приглашена. Так вот, она узнала, что, значит, есть здесь молодой начинающий кутюрье, ей понравились его работы, и поэтому именно у Валентина она заказала наряд себе на вот эту премьеру. Наряд произнес фурор, самой Элизабет он очень понравился, и, естественно, это было невероятной просто рекламой для бренда Валентина. Сила инфлюенсеров, она была всегда есть и будет. Другое дело, что тогда это все зарождалось как самые настоящие искренние отношения. Если сейчас инфлюенсера можно купить, то тогда ты действительно должен был ее очаровать своим талантом и убедить ее в том, что именно в твоем платье она будет выглядеть лучше всех. Так получилось с Элизабет Тейлор. Она, правда, тоже понимала себе цену, поэтому после тех бурных обсуждений, которые крутились вокруг имени Валентина после вот этой премьеры «Спартака», она пришла в бутик, сказала: «Вы знаете, я вам такую рекламу сделала. Мне кажется, я заслуживаю еще вот этого, вот этого, вот этого», и забрала там себе 7 каких-то нарядов просто бесплатно. С Валентино у них дружба продлится много лет, и вообще Валентино умеет дружить с женщинами. Элизабет Тейлор будет только первый из его звездных подруг. Но таких будет еще большое количество, о некоторых мы поговорим. В 1962 году Валентино показывает свою первую подиумную, прям настоящую коллекцию. Джованни Джорджини в 1951 году создала такую небольшую ассоциацию, которую поддерживала итальянских кутюрье. За неделю до Парижской недели моды во дворце во Флоренции эти кутюрье получали возможность проводить свои показы. И вот Валентино присоединился к этой группе, поскольку он был новичком, ему выделили самое непривлекательное время для показа в последний день этой недели, когда, казалось бы, все уже немножко устали, все уже готовятся к Парижской неделе моды. Но показ 1962 года Валентина был настолько великолепным, что неудачное время не помешало ему стать главной звездой этой недели. И вот тогда он уже зарекомендовал себя в мире моды. То есть если до этого о нем узнали благодаря Элизабет Тейлор, то здесь на него уже обратили внимание модные критики, модные редакторы. И в том же году платье от Валентино попадает на обложку французского Vogue. Благодаря вот этой новой волне популярности на Валентино обращает внимание еще одна и даже более важная для него муза – это Джеки Кеннеди. Она тогда искала кутюрье, который
разработает для нее траурный гардероб. Как раз-таки был убит ее муж, и ей очень понравились работы Валентина, и он делает для нее гардероб в белых и черных тонах, очень такой лаконичный, элегантный гардероб. Сам Валентина будет говорить: она вдохновляла меня, поддерживала меня в трудные времена. Благодаря своему стилю она смогла заставить людей говорить обо мне, заставить их говорить о ней. Да, Джеки Кеннеди была одной из самых фотографируемых звезд, поэтому, конечно, то, что она выбрала для себя Валентина, это был тоже очень большой рекламой для этого дизайнера. Дружба с ним продлится на многие годы, то есть они будут гораздо больше, чем просто кутюрье и его муза. Они будут самыми настоящими друзьями, и вдохновившись вот этим гардеробом, который Валентина создает для Джеки Кеннеди, по сути, на этой основе он делает свою одну из самых известных коллекций. Это белая коллекция 1968 года. Ее также называют бесцветной. Почему бесцветной? Потому что 60-е годы, если вот вы будете вспоминать моду 60-х годов, вообще отличаются монохромностью, в отличие от грядущих 70-х, но очень яркими цветами. Много пастельных цветов. А тут Валентина вдруг делает просто белую коллекцию. Но это были настолько элегантные вещи. Вот они, правда, прям видно, что вдохновлены Джеки Кеннеди. Эта коллекция навсегда вошла в историю бренда Валентина. И Пьер Паоло Пичоли будет делать свою белую коллекцию. И отдельные отсылки на платье и пальто из этой коллекции будут появляться в нулевые, в десятые годы. И, собственно, Алессандро Микеле своей резортной коллекции, которую он показал этим летом, тоже делает отсылки именно к вот этой белой коллекции. Я уверена, что мы их еще не один раз увидим на подиуме. Ну и главным доказательством того, насколько Джеки Кеннеди доверяла руке Валентина, насколько уверенно и красиво она чувствовала себя в его нарядах, а именно за это отвечает кутюрье, доказала она это, когда для своей второй свадьбы она выбирает тоже свадебное платье от Валентино Гаравани. Когда Джеки Кеннеди умрет, Валентина даже обратится к ее детям с просьбой выкупить его платье у них, потому что сам он будет говорить, что это одни из самых лучших его творений, и он хочет снова ими обладать. Но дело в том, что большую часть гардероба, за редкими исключениями, дети пожертвуют монастырям. Они сказали, что им будет очень тяжело видеть наряды матери где-то на улицах или там где-то в музее, допустим, да. Поэтому большую часть они отдадут. И вот тут мы наконец-то подберемся к вопросу, что же такое Валентина вот в плане как дизайнер, да? С самых первых дней Валентина зарекомендовала себя как дизайнер вечерних платьев. Очень элегантных, но в то же время нарядных. Однако в 60-е, вот в эту римскую эпоху, его коллекции были в основном однотонные. Монохромная палитра, будь то вот этот валентиновский красный, будь то белый, черный, кремовые цвета. Объединяющими элементами было то, что Валентино очень любит силуэт трапеция. Не очень широкая, тем не менее, такая легкая трапеция. Но талию он тоже любит, и талия у Валентино всегда чуть-чуть завышена. Если вам нужно сходу узнать, какое из этих платьев Валентино, то обратите внимание, что у Валентино талия всегда чуть-чуть выше того места, где она физиологически расположена. Это может быть создано просто как за счет силуэта платья, это может быть подчеркнуто за счет каких-то декоративных элементов, швов, ремней или чего-то другого, расположенных в районе вот этой завышенности. Талии. Валентино очень любит вырез лодочкой. Ему очень нравятся острые плечи, а вырез лодочкой он искусственно тоже создает визуально вот эту остроту плеч. Или же, что тоже очень символично, потому что это перекликается с первой буквой его фамилии, Валентино очень любит V-образный вырез. В 70-е начинается новая эпоха Валентина. Во-первых, начинается новая эпоха в мире моды. Это эпоха хиппи, эпоха очень яркая. В ней очень много принтов. И тогда вот Валентина открывает свою эту максималистскую сторону в том, что касается декорирования одежды. В его коллекциях появляется очень много принтов. Самый любимый – это цветочный принт, а вообще цветы. Валентина обожал цветы. И сам он сказал, что цветы так много радости приносят в его жизнь, так много красоты, что в дань уважения цветам, за то, сколько они дают ему, он будет в своих коллекциях петь оду этим цветам. И цветы появляются в коллекциях Валентина как в виде принта, так и в виде работы с тканями. То есть часто у Валентина мы видим прям юбку в форме цветка, топ в форме цветка.
или из ткани сложены какие-то цветы, или у нас какие-то валаны в форме цветов. В общем, цветы абсолютно во всех проявлениях. Это то, что встречается в бренде Валентино и по сей день. И, собственно, один из самых знаменитых выходов Рианы на дорожку Met Gala. Это как раз-таки платье от Валентино, и оно вот тоже посвящено цветам. Помимо цветов, в 70-е у Валентино появляются пейсли, да, вот эти огурцы. У него появляется анималистичный принт. Очень много геометричных принтов. Валентино вообще не минималист, и вот он показал это всем в эпоху 70-х. Тогда он прямо во все тяжкие пустился. У него и воланы, и банты, и чего только нет. Но самое главное, что при всем при этом ему удавалось сохранять какую-то элегантность. То есть это никогда не выглядело вычурно. Это все равно оставалось утонченным. Это выглядело дорого. Ему правда удавалось создавать вот этот образ дивы. Поэтому Валентино очень любили звезды, очень любили кинозвезды, и в 70-е начинается его американская эпоха. Тогда в Италии было в экономическом смысле не очень хорошая ситуация, и Валентино понимает, что ему нужно из Рима куда-то перебраться, ну, его ателье там в Риме остается, но сам вместе с Джаметти он переезжает в Нью-Йорк. В Нью-Йорке у него есть очень большая поддержка в лице Дианы Вриланд. Диана Вриланд, это главный редактор журнала Vogue, обратила внимание на Валентино еще в 1964 году. Даже при рождении гениальность всегда выделяется. «Я вижу в тебе гениальность», сказала она тогда ему, ну а когда он приехал в Америку, она сделала все, чтобы его поддерживать. Кстати, многие говорят, что их объединила тоже любовь к красному. Диану Вриланд называли китайской императрицей, а сам Валентино, во-первых, обожал красный цвет, и в том числе он обожал Китай. И, кстати, отсылки китайской культуры тоже часто встречаются в коллекциях Валентино. Так вот, Диана Вриланд делает все, чтобы влить его вот в эту нью-йоркскую тусовку. Она знакомит его с Энди Уорхолом. Собственно, Валентино становится одним из постоянных посетителей студии 54, да, очень важное место для творческих людей того времени. Американская слава не заставляет себя ждать. У Валентино открывается большое количество бутиков по Нью-Йорку, и 70-е годы — это как раз-таки начало эпохи прет-а-порте, то есть у всех кутюрье появляются линии, вот, готовые к носке. Джаметти, как предприниматель, естественно, не упускает эту возможность, и прет-а-порте появляется у Валентино. Прет-а-порте бренда Валентино отличалось тем, что они недалеко уходили от кутюра, то есть они не начали создавать какую-то повседневную такую моду, близкую к уличной. Нет, они пытались просто чуть-чуть упростить свой кутюр, но это все еще такое подобие вечернего элегантного гардероба. Помимо линии прет-а-порте, у них еще появляется детская линия, она называется «Оливер» в честь одного из щенков Валентино. Валентино вообще фанат собак, и вот тогда одну из собак звали Оливер. В 80-е Валентино снова возвращается в Рим. 80-е – это эпоха вот этих больших плечей. Валентино говорит, что он ее ненавидел. Тем не менее, Валентино славится тем, что ему удается сохранять свой собственный стиль. Но если вы будете обращать внимание, он подстраивается под каждое десятилетие. И он, сам Валентино Гаравани, и тот Валентино, который существует сейчас. То есть, вроде бы, все основные элементы Валентино – красный цвет, воланы, банты, цветы, кружево – все это остается. Но ему также удается почувствовать стиль эпохи. Да, как в 70-е он подстроился под хиппи, так в 80-е он подстраивается под текущую моду, у него появляются и стразы, да, так как в 80-е у нас эпоха диско, у него появляются костюмы с удлиненными бретельными пиджаками, узкие юбки, карандаш, появляется любимый Валентино горох. Горох – это тоже один из его таких принтов, которые он любит. Горох в сочетании с воланами. Много таких платьев, тюльпанов, твидовые костюмы, пышные юбки, принты с узором ромб, очень много шляп. В начале 90-х он продолжит вот эту стилистическую линию, а к середине 90-х, я напоминаю, что 90-е – это эпоха минимализма, Валентино как будто бы вернется к тому, с чего он начинал, и снова начнет делать более монохромные коллекции. Мы попозже еще поговорим про эпоху Пьер Пало Пичоли, но сейчас, забегая вперед, он как раз-таки опирался в основном на вот эти монохромные периоды Валентино. Они вообще не минималистичные, то есть в плане декорирования там ого-го, сколько всего вместе понаворочено. Но там все очень лаконично в плане работы с цветом и количества тех декоративных элементов, которые присутствуют. И вот у Валентино были моменты, когда он прям был максималист, моменты, когда он себя немножко сдерживал. И вот Пьер Пало Пичоли, он вдохновлялся вот этими более минималистичными эпохами. И это одна из причин, почему Валентино, авторство Александра
Сандро Микеле, ну, как минимум, на основе его вот этой резортной коллекции, был воспринят многими в штыки, и все сказали, что это вообще не Валентино, потому что Пир Паоло Пичоли нам очень долгое время не напоминал о вот этой эпохе 70-х, 80-х, которая была Валентино, да. Он в основном опирался на 60-е и на 90-е, а Микеле, опять-таки, забегая вперед, в силу тоже своих вкусовых предпочтений, скорее будет искать вдохновение в Валентино времен 70-х и 80-х. Уникальность заключается в том, как сам Валентино Гравани умудрялся совместить себе и то, и другое, и при этом его коллекции всегда были узнаваемыми за счет вот тех элементов, которые я вам говорила. Его работой с высокой талией, его работой с плечами, его возможностью сделать максималистскую элегантность, я бы назвала это так. И чтобы подытожить вот этот период эпохи Валентино Гравани в том, что касается его работы с силуэтами и вообще с тем, что он сделал в дизайне, в чем вообще феномен Валентино? Как я уже сказала, итальянская мода тогда еще не имела такого значения, как сейчас. Французы были впереди планеты всей. И основное различие истории французской моды и итальянской моды 20 века заключается в том, что Франция – это родина кутюрье. Кристиан Диор, Блинсиаго, пусть он на испанец, но его рассвет все-таки случился именно во Франции. Юбер де Живанши, затем уже позже Ив Сен-Лоран, даже Коко Шанель – это все кутюрье. Это люди, которые создавали какой-то образ, создавали какой-то силуэт, да. Итальянская мода 20 века, она вся развивалась из, ну, говоря грубым языком, ремесленников. Хотя потом уже эта речь скорее шла о фабриках, но изначально это мастера, которые прославились своим умением работать с каким-то материалом. Будь то кожа, в случае Прада, в случае Гуччи, будь то трикотаж, в случае Миссони, кашемир, в случае Брунелло Кучинелли, шерсть Максмара. То есть большое количество итальянцев, которые мы все на сегодняшний день знаем как самых известных итальянских дизайнеров, начинали как мастера по работе с каким-то материалом. Валентино, ну и здесь тоже невозможно не упомянуть Джорджо Армани, это люди, которые именно родились как кутюрье итальянские. Тогда еще такого понятия не было. И если Джорджо Армани все-таки более утонченный, то Валентино показал всем, что такое кутюр по-итальянски. Многие даже говорят, что вот в фильме «Римские каникулы», а наряды для него создавал Живанши, для Одри Хепберн, Живанши все-таки попробовал, да, сделать какое-то подобие итальянской моды, но все-таки у француза это не получится. Вот Валентино показал, что такое кутюр, который делает француз. У итальянцев совершенно другой менталитет. И это чувствуется в каждом наряде Валентино, если сравнивать его, я не знаю, с Кристианом Диором. Да, французы более утонченные, но итальянцы, они любят красоту. Они любят наряжаться. В них нету вот этой чопорности, сдержанности, снобизма. При этом это все сделано с большим чувством стиля. Вот Валентино показал всем, что такое кутюр по-итальянски. И у него правда получилось создать образ шикарной такой дивы, да. Мне не хочется называть это голливудской дивой, потому что представление о голливудской диве изменилось, начиная с 21 века. Но если Валентино стремился создать образ кинозвезд золотой эпохи Голливуда, то у него это однозначно получилось. Он создавал очень нарядных, очень роскошных, пышащих красотой и жизнерадостностью. Это то, что умеют делать только итальянцы. Никогда бы итальянская мода не получила тот статус, который она имеет сегодня, если бы не появились такие люди, как Валентино Гравани и Джорджо Армани. Конечно, помимо линии от кутюр, помимо линии прет-а-порте, Валентино еще работали на другими категориями продуктов, главной из которых, как мы знаем, для любого бренда являются аксессуары. Хотя здесь Валентино тоже исключение из правила. Сейчас объясню, почему. Давайте начнем с логотипа. Важно именно в этой главе обсудить логотип. По сути, у Валентино логотип не меняется практически с самого начала. Вначале у него было написано «Валентино Гравани», и сразу же появилась вот эта буква V, которую он использовал и в дизайнах, и в том числе на лого, да, которая заключена в такую округленную форму. С 79 года он убирает свою фамилию, остается просто Валентино и вот эта буква V. И, в принципе, в том же виде логотип сохраняется и по сегодняшний день. И с фамилией Валентино связана определенная проблема.
проблемы, которые преследуют этот бренд до сих пор. В 80-е Валентино начинают активно создавать свои аксессуары. Причем тогда было популярно делать это в формате лицензионных соглашений. Если сейчас по лицензии бренды, как правило, делают парфюм, косметику, очки, а все-таки кожаные изделия, потому что это очень важная категория товаров, они делают сами, то тогда сумки тоже многие делали по лицензии. В Джаметти партнер Валентино, он не упускал никакой возможности заработать. Чтобы вы понимали, в 80-е годы количество лицензий у Валентино достигало сотен, вплоть до того, что в Японии даже делали сиденья на туалет под брендом Валентино. Очень многие им это припоминают и смеются над ними. А Джаметти говорит, что, знаете, ну, нам нужны были деньги. Мы вообще-то кутюр делаем. Там, знаете, прибыли не такие, которые ты можешь реинвестировать в свой бренд. Нам нужно было зарабатывать. Вот представляете, какая сила бренда, что наличие сидений для туалета под маркой Валентино не разрушило этот бренд. И также было с сумками. У Валентино не было никаких культовых сумок, которые были на тот момент вот у Гуччи, у Прада. Да, он делал аксессуары, многие из которых, кстати, Александр Микеев я тоже вспомнил своей первой резортной коллекции. Но не было ничего, что вот прям вошло в историю и запомнилось. Тем более это все делалось по лицензиям, поэтому там и качество было очень разное, и дизайны были какие-то разные. В общем, все было очень хаотично, но оно продавалось за счет имени Валентино. Параллельно с этим в Италии существовал другой дизайнер, который с самого начала занимался только кожей, кожными изделиями. И звали его Марио Валентино. Он появился намного раньше, чем Валентино Гравани, и создавал только кожаные сумки и другие аксессуары из кожи. В конце 70-х, когда Валентино Гравани становится уже культовым дизайнером, они с Марио Валентино заключают соглашение, по которому и тот, и другой могут использовать фамилию Валентино на внешней стороне своих изделий, но внутри изделия обязательно должен быть лейбл, что это Марио Валентино, а это Валентино Гравани. Самое забавное то, что изначально у этого Марио Валентино были даже более достойные кожаные изделия, потому что, я говорю, для Валентино Гравани это была такая дополнительная линия, а то занимался этим основательно. Но вот в 91 году, когда Марио Валентино умирает, и лицензия на выпуск изделия под его брендом переходит к какой-то американской компании, они начинают паразитировать на популярности Валентино Гравани, на его статусе. То есть они выпускают огромное количество сумок или за буквой V, или с брендингом Валентино. И вот Марио Валентино где-то внутри там написано, но настолько мелко на каком-то лейбле полуспрятано внутри, что никто не обращает на это внимания. Если вы когда-то, если вы живете в Европе или, может быть, в Америке, то же самое, и вы заходили в такой магазин, как, например, Takamax, пишите в комментариях, если вы поймете, о чем я говорю, то там есть прекрасный, в кавычках, отдел сумок, на первом этаже, как правило, прекрасные в кавычках сумки и очень много под брендингом Валентино или буквы V. И вот если вы туда заходите, и вам, что вряд ли случится, вдруг понравилась какая-то из этих сумок, потому что они, как правило, очень странного дизайна, ну, допустим, наверное, можно там что-то найти, если очень хорошо постараться, и вам кажется, что вы сейчас за, не знаю, 100-120 евро, 150 евро приобретете себе сумку от Валентино Гравани, то, пожалуйста, не покупайте это, потому что вот это как раз-таки вот этот хлам от Марио Валентино, хлам, потому что вот эта американская компания начала делать уже просто не пойми что, везде лепить это Валентино или буква V, и находятся люди, которые покупают и думают, что ой, они сейчас себе от великого итальянского дизайнера сумочку по дешевке купили. Нет, это не так. И поэтому путаница иногда происходит с самим брендом Валентино и Валентино Гравани, потому что, чтобы отстроиться от этого Марио Валентино, очень часто, вплоть до сегодняшнего дня, в каких-то онлайн-магазинах, больших популярных мультибрендовых онлайн-платформах, кожаные изделия от бренда Валентино подписаны как Валентино Гравани, в то время как одежда подписана просто Валентино, потому что там вот этого конфликта с Марио Валентино не происходит. И существует путаница, что многие думают, что Валентино и Валентино Гравани — это разные бренды. Нет, это один и тот же бренд. Они под кожаными изделиями специально пишут Гравани, чтобы точно показать, что это не Марио Валентино, и отстроиться от него. Меня даже когда-то просили сделать видео про Валентино Гравани, не про Валентино, а про Валентино Гравани. Это один и тот же бренд, друзья. Но будьте очень аккуратны, если вы где-то в каком-то аутлете или если в каком-то офлайн мультибрендовом магазине видите сумку от Валентино, проверяйте, пожалуйста. Это может быть Марио Валентино. Бренд Валентино прекрасно понимает всю эту проблематику и то, насколько незаконно Марио Валентино пользуется их популярностью. С 2019 года они судятся с вот этой американской компанией, которая владеет лицензиями на бренд Марио Валентино. Ну, пока что этот суд не закончился, поэтому до сих пор вы можете найти вот эти шикарные сумки за брендингом V, которые ничего не имеют отношения к итальянской
марки. Тем не менее, как я сказала, до 90-х годов с кожными аксессуарами дела у Валентина обстояли так слабенько. Они всегда делали упор на кутюр. Но к концу 90-х, с появлением больших модных концертов, с большим развитием прет-а-порте, кутюр у нас настолько отходит на второй план, что уже каждый бренд понимает, для того, чтобы им выживать, аксессуары – это важно. Не уедешь ты далеко только на одежде. Поэтому Валентина тоже понимает, что нужно что-то менять с подходом к созданию аксессуаров. И тогда, в 1999 году, в бренд Валентина приходят они. Мария Грация Кюри и Пьер Паоло Пичоли. Имена, которые на сегодняшний день известны любому фанату моды. На тот момент это еще, ну, такие не очень известные дизайнеры, которые работали в бренде Fendi. И занимались они именно аксессуарами. И как дизайнеры аксессуаров они приходят в бренд Валентино, чтобы наконец-то покончить с вот этим созданием сумок по лицензионным соглашениям, наконец-то найти какой-то единый стиль в аксессуарах, наконец-то создавать какие-то желанные кожаные изделия. Хотя до создания хита еще 10 лет пройдет. Я думаю, вы понимаете, о каком хите идет речь, но до этого мы еще доберемся. Вместе с появлением Пьер Паоло Пичоли и Марии Грации Кюри в 1999 году Валентино понимает, что им пришло время получить какое-то внешнее финансирование. Это вообще феноменально, что до 99 года они продержались как частная компания, которую они только вдвоем вот и вели. И в конце 90-х медиа-конгломерант HDP за 300 миллионов долларов выкупает бренд Валентино. Валентино Гаравани вместе с Шаметти, они там остаются, да, просто большую часть акций они отдают вот этому конгломерату. Однако это недолго продлится, и уже в 2002 году другая итальянская компания выкупит акцию этого медиа-конгломерата, потому что те будут абсолютно недовольны финансовыми результатами Валентино. Вообще, в конце 90-х, в начале нулевых, Валентино будет находиться на грани банкротства. И, по сути, вот эти как раз-таки владельцы первые, они поймут, в чем причина. А причина в том, что Валентино и Джаметти, они, ну, не сдерживали себя в том, что касается своих личных трат, ну, которые они финансировали, собственно, из бюджетов компании. Человек, как Валентино, который вдохновлен кино, которая создает невероятно роскошные, элегантные наряды, который является самым настоящим джетсеттером, а это то, что помогало Валентино строить его карьеру. Он дружит со всеми, он во всех главных творческих тусовках, он сам организовывает постоянно какие-то встречи, и это, собственно, помогло ему так долго продержаться в бизнесе вот за счет, в том числе, своих связей. Но такой человек, он любит красивую жизнь, и Джаметти и Валентино любили и продолжают любить красивую жизнь, поэтому они себя, конечно, не сдерживали. Мало того, что у них есть огромная яхта, у них еще есть 5 больших владений, в том, что касается недвижимости. И вообще, Валентино говорил, что если бы он не стал дизайнером одежды, то он бы стал дизайнером интерьера. Валентино обожает декорировать свои дома и квартиры. У него есть замок Уайтвилл, недалеко от Парижа. У него есть вилла большая в Риме, таунхаус в лондонском районе Холланд, квартира на Манхэттене в Нью-Йорке, зимнее шале в Гштате, да, это такой пафосный швейцарский горнолыжный курорт. Все дома эти задекорированы вот с тем же максималистским подходом, как это любит Валентино. И, кстати, там очень сильно чувствуется его любовь к эклектике. Тут тоже привет Александру Микеле. Валентино обожает смешивать различные стили. У него может классика быть смешана с какими-то китайскими отсылками. Рококо с современным минимализмом. Он очень любит вот это смешение стилей. И это особенно чувствуется в том, как оформлены его дома. Помимо этого, он еще большой фанат искусства, поэтому у него там есть своя коллекция произведений искусства. С Джаметти они всегда летали только на своем частном самолете. И в 2005 году вышло большое интервью, где было рассказано, что вот, когда Валентино и Джаметти куда-то летят, то к этому самолету они едут на 3 автобусах. В одном автобусе они со своей командой, в другом автобусе все их вещи, а в третьем автобусе 5 их мопсов. Да, эти мопсы — это прямо тоже часть бренда Валентино. Видите, у другого императора, кайзера Карла, у него, значит, кошка. У императора Валентино у него 5 мопсов, у которых еще свой отдельный автобус, который везде с Валентино летали. В общем, он жил на широкую ногу, но ему это, знаете, ему это было нужно. Ну вот он в таком состоянии он только мог творить ту роскошь, которую он делал, но, естественно, это дело такое неприбыльное, если говорить о ведении бизнеса, да. То есть, ну, не столько этот бренд зарабатывал, чтобы вот это все обеспечивать. Поэтому в начале нулевых бренд был на грани банкротства. И новые владельцы взялись немножко за реструктуризацию, за то, чтобы как-то поставить всю эту экономическую составляющую на рельсы. А
вплоть до 2008 года Валентино продолжает создавать коллекции, хотя уже с 2006 будут ходить слухи об его уходе на пенсию. И вот надо сказать, что эпоха нулевых, ну, она уже такая, там же все-таки чувствуется его возраст, чувствуется, что он немножко теряет свою актуальность, хотя хочу отметить, что до последнего все равно Валентино продолжал что-то менять, что-то творить, да, то есть вот такого, что вот он прям совсем уже не помню, что создавал, такого не случилось. И он ушел достойно, он ушел на вершине, он понял, что ему пора на пенсию. Это решение, которое не каждый дизайнер может принимать. Многие, да, работают, пока их пинками не выгонят. Нет, Валентино ушел добровольно и до сих пор присутствует на каждом показе, поддерживает всех креативных директоров, которые ведут его бренд вместе с Шаметти. Они, естественно, туда ходят вдвоем. Ну, в общем, в этом смысле он ушел на вершине, можно так сказать. Хотя их пенсия, это тоже не такая, не настоящая пенсия. Во-первых, Валентина продолжает создавать наряды для своих подруг. Например, одной из его таких молодых подруг является Энн Хэтэуэй. Для нее он создавал платье. Вообще, огромное количество звезд выбирают платье Валентина для Оскара, для других красных дорожек. И старая Валентина, и новая Валентина. Огромное количество звезд просили Валентина Гравани сделать для них свадебные платья. Валентино всегда говорил, что он знает, что хочет женщина. Она хочет быть красивой. И он умеет сделать женщину красивой. И в этом его главный талант, его главный ключ к успеху. Завершение его карьеры в 2008 году совпало с показом от кутюр, финальным показом, который завершился, конечно, выходом моделей в красном, в культовом цвете Россо Валентино. Есть фильм, который называется «Последний император Валентино». Он как раз-таки приурочен к последним двум годам работа Валентина в своем бренде. Если вам интересно, можете его посмотреть. Я хочу только один кадр вставить, потому что, знаете, вот этот кадр просто говорит обо всем. В конце показа за кулисами к императору Валентино подходит кайзер Карл, обнимает его и говорит ему: вот так надо делать. Только мы с тобой все делаем правильно. Все остальные делают просто ракс, да, ковры, тряпки. Двое скромняшек, знаете ли, ну вот, что скажешь, императоры. В 2008-м у бренда Валентино начинается новая эра. Давайте поговорим про нее. С уходом Валентино в качестве креативного директора назначают Алессандро Фучинетти, но она пробудет на этой позиции всего лишь год. Что-то пойдет не так, как-то не удастся ей переосмыслить Валентино, при этом как бы не изменяя, да, основной эстетической линии этого бренда. Поэтому уже через год ее так достаточно некрасиво попросят с этой позиции уйти. И вот тогда пост ко-креативных директоров займут Пьер Паоло Пичоли и Мария Грация Кюри. Они в бренде на тот момент уже были 10 лет, занимались только аксессуарами, а здесь им дадут полную творческую свободу. Их путь будет таким очень осторожным, то есть они потихонечку начнут видоизменять Валентино. Если вот одним словом охарактеризовать то, что они сделали с Валентино, они его чуть-чуть осовременили. Они сохранили абсолютно все вот эти ключевые элементы бренда Валентино, которые мы с вами уже обсудили. Яркого переворота в дизайне не случилось. И вообще с 2008 по 2016 год это не самая яркая эпоха Валентино, которую, мне кажется, многие не помнят. Единственное, чем она запомнилась, это бомбы. Первые бомбы от Валентино в том, что касается аксессуаров. В 2010 году впервые появляются они. Валентино Рокстарс. Вот это вот всеми известная коллекция с шипами от Валентино. Началось все с обуви. Тогда это были только туфли, босоножки или на высоком каблуке, или на хит-н-хиле. Потом появились другие вариации, более открытые. Босоножки, наоборот, более закрытые. Туфли. На самом деле, эти туфли очень хорошо состыковывались с эстетикой самого Валентино. Я напоминаю, он был максималистом в том, что касается декорирования. Поэтому появление вот таких грубых шипов на, казалось бы, очень элегантной обуви – это не противоречит тому, что делал Валентино Гравани. Пусть у него и шипов особо не было. При этом вот эти шипы на сегодняшний день на 100% ассоциируются у нас с брендом Валентино, как эта коллекция. Через 6 лет только после появления обуви появляются сумки в этой же сфере. И нужно понимать, что это один из самых прибыльных
продуктов у Валентина. Вообще, феномен бренда Валентина, и мне кажется, то, что сейчас будет меняться, то, что вплоть до сегодняшнего дня 60% прибыли приносит одежда. Это нонсенс в наши времена. Все бренды зарабатывают на аксессуарах, на косметике. Валентина настолько себя, как кутюрье, зарекомендовал, а его вечерние платья стоят просто баснословных денег, там в шестизначных цифрах это все измеряется. Но, тем не менее, вот в том, что касается аксессуаров, вот эта линия Rockstar, она прям кормила брендов в 10-е годы и вывела, конечно, их обороты на новый уровень. К 2020 году они уже больше миллиарда в год зарабатывали. Это гораздо больше, чем было до этого, во многом благодаря тому, что Пьер Пал Пичоли, Мария Грация Кюри, как изначально дизайнеры аксессуаров, взялись за эту группу. Помимо линии Rockstar появились еще сумки с вот этим логотипом V, появились ремни очень популярные с логотипом V, появилась бижутерия с логотипом V. Ну, в общем, они пошли по классическим схемам, да, которые на сегодняшний день это уже такое золотое правило люкса, да, создая какие-то понятные массовому потребителю аксессуары. Это они сделали, но если сравнивать с их конкурентами, с Prada, с Gucci, с Dior, у Валентина до сих пор не хватает и сумок, и аксессуаров, потому что линия Rockstar на сегодняшний день уже свою актуальность потеряла, а как таковой замены ей пока не придумали. И это просто невероятно, как бренд Валентина меняется в 2016 году, когда Мария Грация Кюри уходит, а уходит она, как мы все с вами знаем, в Кристиан Диор. Когда я готовилась к этому видео, меня поразило, насколько Валентина вот с 2008 по 2016 год похож на нынешний Диор. То есть такое чувство, что Мария Грация Кюри была все-таки более главной в этой паре, потому что, особенно в том, что касается талии и груди, и вот линии плеча. То, что мы видели в Валентине, это вот чисто Мария Грация Кюри. Ее прям можно узнать. И это то, что она сейчас делает в Dior. И когда она ушла в Dior, и бразды правления полностью перешли в руки Пьер Пало Пичоли, в этот момент началась самая красивая эпоха бренда Валентина. И я, при всем уважении к самому Валентину Гаравани, позволю себе высказать свое мнение. То, что сделал Пьер Пало Пичоли, то, что он делает, для меня это лучше, чем делал сам Валентино Гаравани. Хотя, наверное, это связано с тем, что просто Пьер Пало Пичоли, он помоложе, и он просто ближе к нам. То есть он больше в эпохе, да. Нужно тоже, конечно, учитывать то, что он все это делает на фундаменте, построенном Валентино Гаравани. Поэтому без Валентино Гаравани не было Пьер Пало Пичоли. Но то, каким Валентино сделал Пьер Пало Пичоли, это просто невероятно. Вот посмотрите, как Валентино изменился, когда там была Мария, и когда ее нет. Это просто два совершенно разных бренда. Что сделал Пьер Пало Пичоли? Он оставил вот этот максимализм Валентина в том, что касается декорирования, но он вывел Валентина еще на более элегантный, более дорогой уровень. Почему? Потому что Пьер Пало Пичоли невероятный мастер по работе с цветом. Опять-таки, когда я готовила это видео, я поняла, что, вы знаете, вот он такой элегантный Дрис Ван Нотен. Он, кстати, хорошо бы подошел на роль креативного директора бренда Дрис Ван Нотен. Если вы не смотрели мое видео про этот бренд, можете посмотреть, но они сейчас ищут нового креативного директора. Вот Пьер Пало Пичоли смог бы там быть. Другое дело, что для него это, конечно, как будто бы понижение планки все-таки, где был Валентина, а Дрис Ван Нотен более маленький нишевый бренд с меньшими бюджетами. Поэтому, наверное, все-таки Пьер Пало Пичоли заслуживает чего-то большего скорее. Но по своему подходу он бы справился с задачами бренда Дрис Ван Нотен. О чем я говорю? Абсолютно не убирая этот максималистский декор Валентина, это все еще цветы, банты, валаны, горох, рюши и все вот это буйство декорации, благодаря очень тонкой работе с цветами, его образы выглядели лаконично. И это такая дорогая роскошь. Мне не хватает эпитетов, чтобы это описать, поэтому я специально подольше говорю, чтобы успеть показать вам побольше образов. Если вот можно максимализм сделать элегантным, то это сделал Пьер Пало Пичоли. И, кстати, сам этот Десарно, его, да, ученик, он был его, по сути, правой рукой Валентина, и теперь он креативный директор Gucci последней коллекции Саба Десарна. На момент, когда вы смотрите это видео, она уже, наверное, не последняя, да, я не знаю, прошел уже показ Gucci нет. В общем, я говорю про ту, которая была летом на мужской неделе моды, коллекцию, которую я разнесла в своем выпуске, потому что с точки зрения образа мужчины, который транслирует Саба Десарна, мне там хорошего нечего сказать. Но вот там он показал, как он научился работать с сочетаниями цветов у своего мастера Пьер Пало Пичоли. Это такая тонкая работа с оттенками, она далеко не каждому дана, а у Пьер Пало это было. И, в общем, спасибо Валентину Гаравани, что ушел на пенсию. Спасибо Марии Грации Кюри, что
ушла в Dior, потому что благодаря этим двум уходам мы узнали, кто такой Пьер Паоло Пичоли. Невероятная коллекция была в 2020 году, которая проходила на испанской лестнице в Риме. Сам Валентино Гравани тоже проводил там свой показ. И вот это прям, знаете, кульминация, конечно, творчества Пьер Паоло Пичоли. Это нужно смотреть. Я вам оставлю ссылку, как обычно, не поленитесь, перейдите в конце, посмотрите этот показ, потому что это вот современный кутюрье. Вот как может выглядеть, да, кутюр сегодня. Конечно, Пьер Паоло Пичоли, помимо вот этого Рокстат коллекции, помимо в целом своих всех коллекций, да, Валентино, он запомнился тем, что он придумал новый цвет. Ну как, он не придумал новый цвет, но если Валентино Гравани придумал Валентино Ред, то Пьер Паоло Пичоли придумал Пипи. Пичоли Пинк, или Пьер Паоло Пинк, ну, в общем, Пипи, это розовый Валентино, это тоже так символично, да, что у Валентино были полностью красные коллекции, а Пьер Паоло сделал вот этот розовый, помните, это был целый бум на вот этот Валентино Пинк. Как это еще синхронизировалось с Барби, да, которая появилась чуть-чуть позже, это было прям в тему, и тоже какой красивый розовый, как вот этот красный у Валентино, такой нестандартный красный, так и вот этот розовый, он дорогой, это не вот этот Барби розовый, это такой дорогой, красивый розовый цвет, а снимаю все шляпы, которые можно перед Пьер Паоло Пичоли, низкий ему поклон. И я понимаю людей, которым сложно воспринимать то, что делает Алессандро Микеле после Пьер Паоло Пичоли. Хотя пока мы только одну коллекцию видели резортную. В следующий четверг у нас будет отдельное видео, где мы разберем новую коллекцию, точнее первую дебютную коллекцию Алессандро Микеле. Но что изменится? И вот здесь я, знаете, морально просто всех готовлю. Если у Пьер Паоло Пичоли фишка — это работа с цветом, то Алессандро Микеле фишка — это его максималистский стайлинг и любовь к эклектике. Алессандро Микеле будет делать такие же шикарные вещи, вот если мы говорим о вещах. Это все будет построено на ДНК Валентино. Кстати, платья Гуччи эпохи Алессандро Микеле могли бы уже тогда называться платьями Валентино, потому что вот эти рюши, вот эти трапециевидные формы, это то, что делал сам Гравани в 70-е, 80-е. Поэтому, да, когда все начали говорить, что Микеле сделал из Валентино Гуччи, нет, это Микеле в Гуччи изначально делал подобие Валентино. Просто на тот момент мы не узнавали в этом Валентино, так как для нас Валентино было равно Пьер Паоло Пичоли, и все мы забыли, каким был Валентино в 70-е, 80-е. Вот сейчас Алессандро Микеле будет нам это напоминать. Поэтому, если вы не любите вот эти эпохи, то у меня для вас плохие новости, вам не будет нравиться Валентино. И еще одна особенность Алессандро Микеле, как я ее уже упомянула, это максималистский стайлинг. Почему у Пьер Паоло Пичоли все это выглядело лаконично? Помимо работы с цветом, у него максимализм оставался только в декоре. В большинстве показов Валентино мы практически не видим обувь, максимум там вот сумка, потому что их нужно продавать, максимум один какой-то аксессуар. Все, все вот какие-то большие крупные элементы, они есть только вот на самом наряде и достаточно. Алессандро Микеле так не умеет. Ему нужно, чтобы и головной убор был, и какие-то перчатки, и еще какие-то украшения, и обязательно и сумка, и еще какие-нибудь гольфы, да, то есть у него очень много всего, и это еще наслаивается на сами вещи от Валентино, которые по определению заложенному Валентино Гаравани, потому ДНК, который он заложил у этого бренда, должны быть очень богатыми на декор. Поэтому Алессандро Микеле, это будет такой взрыв, конечно, максимализма. Я, при всей моей любви к Пьер Паоло Пичоли, я также люблю и уважаю Алессандро Микеле, я это все разделяю. Я умею и в том, и в другом увидеть Валентино. У меня нету конфликта, да, то есть я смотрю это просто как на художников, которые работают в разных направлениях. Ну, морально готовлю всех, кто не любит Алессандро Микеле, пытаюсь немножко вот его так объяснить, да, в чем как бы его суть. И хорошо, когда у дизайнера эта суть своя есть. Ну, то есть мы тоже должны узнавать Алессандро Микеле. Ну, да, нас ждет Валентино, который больше не будет выглядеть таким лаконичным, как это было у Пьер Паоло Пичоли. Нас ждет тот Валентино, который Гравани делал в 70-е и 80-е. Вот запомните мою фразу, если Пьер Паоло Пичоли опирался на 60-е и 90-е, то Алессандро Микеле будет опираться на 70-е и 80-е. И, кстати, Алессандро Микеле, так же, как сам Валентино Гравани, обожает кино, и он к показам подходит тоже, как и коллекциям, да, как к созданию кино. То есть у него есть какой-то образ героев, вот какой-то фильм, это герой этого фильма. Вот так он создает людей, которые выходят на подиум, ну, точнее, их образы, да. Алессандро Микеле и Валентино Гаравани очень похожи. Посмотрите просто на интерьеры их квартир, и вы поймете, насколько они близки. Они более близки, чем Пьер Паоло Пичоли и Валентино Гаравани. Поэтому я и говорю, что Пьер Паоло Пичоли в каком-то смысле делал даже лучше, чем сам мастер. Тем не менее, интересно посмотреть, удастся ли у Алессандро Микеле какие-то новые свои грани открыть. Узнаем совсем скоро, в следующий четверг мы обсудим его первую дебютную коллекцию. У нас в воскресенье будут обзоры недель моды, но про Алессандро Микеле мы поговорим отдельно.
видео в четверг. Тем не менее, это видео дает вам хорошее подспорье, чтобы самим оценить коллекцию Александра Микеля, а потом уже услышите, что говорю я, и посмотрим, насколько мы с вами совпадаем или нет. И очень жду наших обсуждений в комментариях, очень жду ваших комментариев и под этим видео, и под грядущими. Как вы вообще относитесь к бренду Валентино? Какая эпоха вам нравится больше? Какие факты из этого видео вас, может быть, удивили? Или, может быть, с чем-то вам хочется поспорить или просто высказать свое мнение о чем-то? Мне очень всегда интересно читать ваши комментарии. Я буду благодарна вашей поддержке в виде комментариев, лайков и, возможно, репостов в ваших социальных сетях. Или если вы просто на словах будете делиться этим видео со своими друзьями или в каких-то мессенджерах делиться с ними этим видео. Благодарю всех, кто досмотрел его до конца. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Увидимся с вами в воскресенье в обзоре Миланской недели моды. Там как раз-таки будем про ученика Пьер Паоло Пичоли говорить про Сабатульку. Все, спасибо всем. Пока-пока.